И что? Положение вне игры не фиксирует арбитр. Однако Чехия продолжается. Передача штрафную. Опять Пике выносит. Какая потеря на своей половине поля. Марата завозился с мячом. Можно было быстрее с ним расставаться. Иньеста еще дальше на левый фланг. Но Лито вошел в штрафную площадь. Готовился бить на Лито. Дальше стал делать передачу. Офсайд. Хорошая Сильва. Прострел. Марата! И передача! Сильва и Марата пробивает. Но Чех... И опять Сильва умница. Первым касанием. Иньеста, передача штрафную. Офсайда нету. Ох, как здорово. Как трудно. Хуан Фран. Вот так трудно. От Иньесты, который сразу несколько линий обороны соперника разрезал. Какой, да? И вот великолепно. Мяч ему сбоку. Фланг. Почему только справа? Вне игры? Нет, Марата был. Приделал все в правильном положении. Но здесь Марата. Удар. Ведь сложно. Но Марата с левой ноги бьет замечательно. И главное, низом, да, памятуя о том, вот был на одной линии. Офсайд, офсайд. Не поднимают, себе. Не поднимают флага. Ну, Марата, передача, Альба, прострел. В подобных турнирах. Но Лито. Ой, какой выход! Фабригас! Деть больше мячом, но забить пока не может. И вот сейчас опасный момент, удар! Чех отбивает. Кто на добивание? Ну, сейчас неплохая, неплохая атака. Вторым темпом. Вне игры нету. Удар! Ну, его Давид Де Хея. Первый. Иньеста. Марата в штрафной площадке. Он справа. Кому отдать? Фабригасу. И по своим воротам удар Стангас. Номер. Хубник. Ну, что он мог сделать? Он прерывал передачу. Какой коридор нашел Марата, да? Выдернется на него один из игроков сборной Чехии. Иньеста будет бить сам, но прямо по центру ворот. Своих вблизи. Действительно, разыграли мяч. Подача Крейча в штрафную площадь на дальний угол. Гермишеласи! Ой-ой-ой! Какой момент! Крейчи, внешняя сторона стопы, подача! И сейчас браво, Серхио Рамос! Он просто... Налито, ух, какая передача! И прошла Сильва дальше в штрафную на Фабригаса. Но... Сильва! Что сделать? Можно бить. Нет, делает передачу. Вне игры нет. И свистка тоже нет. Но он был явно в смятении. А какой пасик мягкий. Вот подыграл. Ему мяч случайно попал в правую ногу. Он не хотел. Штрафной. Иньеста с мячом. Пас на левый фланг. Налито. Передача штрафная. Дури сбросил мяч. И дальше Давид Сильва. Справа бить не стало. С левой будет удар мимо. Готовится делать передачу налево. Здесь Андрес Иньеста. Забегание от Альбы. Но Иньеста через центр. Бускетс. Рядом никого. Бускетс решил вот так вот на замахе обыграть. Но это очень было рискованно со стороны Бускетса. Но атака продолжается. Пас направо. Хуан Фран. Хуан Фран. Подача в штрафную. Ох, какая попытка. Прыгнул. Все-таки как-то скоординировал. Да, вот сейчас свое. Да, чуть впереди он. И как же он? Оба. Рамос. Еще одна подача от Дури. Не смог. И последнюю замену уже приготовил Дель Боско. Сейчас Иньеста мяч подхватил. Может быть, опасная атака у Испании. Иньеста входит в штрафную площадь. И передачу сделать у нее не получилось. Но мяч у Испании. Дальше момент. Опаснейший в подкате. Защитник спасает Чехию. После углового подача Пике. Российский опять, ну выбей мяч еще дальше. И так, ну как? Не смогли бы так быстро подобрать. Мудрейший. Ну а Пике. Ювелир футбольных дел, да? Не удержали. Ювелир футбольных дел Иньеста. И Пике. Офсайда нет.